Первое. Необходимо проконтролировать состояние памятников и мест захоронения ветеранов войны, участников СВО, а также благоустройство рядом с этими территориями. Второе. Помните о том, что нужно уделить внимание и лично посетить каждого участника Великой Отечественной войны, если позволяет его состояние здоровья. Такое указание губернатор области дал еще в начале апреля. Их послушно выполняют. На протяжении нескольких недель в Ульяновской области готовятся к празднованию Великого майского праздника Дня Победы. По всей России чтят память отдавших жизнь за свободу и независимость Отечества. Большинство героев кровопролитных войн 20-го столетия уже нет в живых. У памятников братских могил отдельных захоронений активно наводят порядок. Убирают траву, мусор, красят и приводят надлежащий вид. В настоящее время в Ульяновске и в других муниципальных образованиях завершается ремонт памятных сооружений. В частности, в Ульяновске 13 памятных сооружений, посвященных Великой Отечественной войне, ремонтируются. Самое масштабное захоронение участников Великой Отечественной войны в Ульяновске на территории Воскресенского некрополя. Они помечены георгиевской ленточкой. На старом кладбище их несколько сотен. Там же и братская могила воинов, умерших в госпиталях Ульяновска. В уборке захоронений помогают волонтеры Победы, представители администрации, военные. В Ульяновском гарнизоне находится 26 объектов воинской славы. С сегодняшнего дня мы планово начали осмотр всех памятников, находящихся на территории гарнизона. Вот. И по возможности, что можем сделать до 9 мая, дабы привести все объекты в надлежащий вид, осмотреть, поставить задачи и устранить все недостатки. Всего в регионе насчитывается 383 захоронения, 710 памятно-мемориальных сооружений, из них 135 обелисков, 12 стел, 440 памятников и мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.